18 марта еще две юбилейные медали ко Дню Победы нашли своих героев. В клубе деревни Ложкино местные жители и гости чествовали ветерана и труженика тыла Раису Ивановну Кучкину и Салимьяна Сулеймановича Хамитова. Они ковали победу на фермах и в цехах, работали по 18 часов в холоде, голоде и порой без сна. Когда фашизм урвали тело отцы, мужья и сыновья, в тылу бурлила и кипела, трудилась родина моя. Сильнее стали женщин плечи, взрослели дети на глазах. Горели доменные печи, рожь колосилась на полях. Все для победы, все для фронта, а сами в поле к станку, чтобы отправить хлеб и танки на фронт солдату-мужику. Поздравили и вручили юбилейные медали Людмила Старостина, первый заместитель главы района, и глава Карагайского поселения Александр Храмов. Спасибо вам большое за ваш вклад. Вы действительно воевали, только воевали на трудовом фронте. И это было нисколько не легче. Вам нужно было поддерживать всех наших воинов на фронте, кто стояли на передовой. А вы трудились не меньше здесь. Не знали ни сна, ни отдыха, не доедали, не досыпали. Спасибо вам большое и низкий поклон. Много добрых слов услышали в свой адрес ветераны. Для них звучали песни, стихи. Выступали ребята с танцевальными номерами. Многим ветеранам уже за 90 лет. Односельчане помнят о них, помогают и каждый раз благодарят за вклад в великую победу.